Лежнево в этом году тоже не останется без комфортной среды. Здесь выбирали из двух территорий – стадиона «Текстильщик» и рабочего сада. Жители проголосовали за последнюю. Подготовительные работы начались в июне. Хоккейную коробку, детскую площадку отсюда перенесли как раз-таки на стадион. Сейчас идет планировка грунта. Участку придается нужный рельеф. Заказана плитка, подсветка фонарей очень много будет. Вместе с этим ремонтируется фасад бывшего дома культуры. Внешний облик зданий по периметру рабочего сада действительно приведут в порядок. Площадь территории небольшая, рассчитана для одновременного посещения примерно 200 человек, зато многофункциональная. Согласно проекту, здесь поместится и детская, и спортивная площадки. Конечно, будут лавочки, парковка, а еще первый в поселке фонтан. Здесь будет фонтан еще. Вот там располагаться на историческом месте. А вот детская площадка. Да, со времен детской игровой площадки. С мягким покрытием. С мягким покрытием, да. Хорошо. Ладно, контролируйте стройку сами. Вот да. Это очень важно. А личным проектом говорю, каждый день должен начинаться. Совершенно верно. Общая стоимость работ более 47 миллионов рублей. Сюда входят и федеральные средства программы формирования комфортной городской среды, и софинансирование областного и местного бюджетов. Окончание работ запланировано на 1 октября, если, конечно, погода не подведет. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Лежнево.